Профессия, за которой скрывается тысяча спасенных судеб. Сотни врачей накануне собрались в Ленинском мемориале. Ежегодно в Ульяновской области в преддверии Дня медицинского работника подводятся итоги региональной премии призвания. Наталья Романова и Анна Физулова, к примеру, стали лидерами в номинации «Лучшая бригада скорой медицинской помощи». Вместе женщины работают, а значит, первыми спешат на помощь к маленьким пациентам уже год. Никогда не знаешь, куда ты приедешь, что-то тебя там что ожидает. Что тебя ждет в квартире, на вызове, не знаешь. Какая семья, какая обстановка, случаи бывают разные. Детки маленькие, ответственность большая. Сертификат на 1 миллион рублей получили победители конкурса «Медицинская организация, доброжелательная к пациенту». В этом году лучшими стали детская областная и Ульяновская районная больница. Руководитель медучреждения наградил и поздравил губернатор Сергей Морозов. Свою благодарность я хочу прежде всего, конечно, адресовать всем, кто связан с этой профессией. Каждому, в том числе, кто присутствует в этом зале, кто встречает этот праздник на трудовом посту, кто сейчас дежурит у себя в больницах, в перинатальном центре или в роддомах, кто спешит к пациентам на автомобилях скорой помощи, искреннее спасибо, доброе, человеческое спасибо. Из рук главы региона сертификат на улучшение жилищных условий получили молодые, подающие надежды врачи Илья Космынин и Юлия Полатуева. Их сердца соединила любовь к медицине. Парень и девушка познакомились в университете, затем вместе переехали в Ульяновск из Саратова. А сейчас усиленно готовятся к свадьбе. Бракосочетание состоится 22 июня. Оба работают терапевтами в Ульяновской городской поликлинике номер 1. Лично для меня это сейчас одно из основополагающих моментов, почему я... В принципе, приехал сюда, почему я здесь останусь и почему я буду дальше работать в этой сфере. Это очень хорошая помощь молодым специалистам и, в принципе, в плане создания семьи и дальнейшего развития. Это хорошая почва. Поддержка системы здравоохранения со стороны властей в регионе выстроена давно. Только за последнее время за счет реализации федеральной программы «Земский доктор» произошло омолаживание кадрового медицинского состава на 20%. Как и в прошлые года, в 2018-м продолжают обновляться действующие медицинские учреждения и строятся с нуля новые современные комплексы. Рената Леулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.